В Дзержинском районе появились странные квитанции. Неизвестная фирма «Конти» настоятельно рекомендовала жителям некоторых домов оплатить услуги по ремонту фасадов. Там же указано, что исправление повреждений на 95% уже оплачено из бюджета города, а оставшуюся сумму поделили между жильцами. В среднем получается около 700 рублей. Немного за красивый фасад. Однако делами фирмы «Конти» заинтересовалась полиция. Я хочу предупредить в первую очередь жителей Дзержинского района, и если в такой же ситуации окажутся жители других районов города, убедительная просьба такие квитанции не оплачивать, так как в данной ситуации мы видим прямое мошенничество этой организации. Сегодня уже направлено обращение в полицию, управляющей организацией Дзержинского района, и сегодня же уйдет обращение в прокуратуру для того, чтобы была проведена соответствующая проверка в отношении данной организации. Поэтому убедительно прошу эти квитанции не оплачивать, легче всего их просто разорвать и выбросить. На необходимую проверку в деятельности данной организации соответствующие выводы будут сделаны надзорными органами.